огромный-огромный привет! Я давно обещала показать вам, как готовлю чай матча, а именно матча-латте. На мой взгляд, из таких пропорций получается самый вкусный чай, но здесь все индивидуально. Вам может нравиться по-другому, нужно просто попробовать, приноровиться, и я уверена, вам чай понравится. Например, Саше чай из таких пропорций кажется не слишком сладким, ему хочется больше сахара. В кружку вот такую небольшую я кладу чуть меньше половины чайной ложки самого чая матча и столько же сахара. Тем временем у меня закипает чайник и подогревается молоко. У меня был, вернее есть очень классный капучинатор от Nespresso, но я его испортила. Сам по себе он супер классный, отлично взбивает молоко, сам подогревает его. Получается крепкая пышная пена, но за ним не очень удобно ухаживать. Его сразу не мою, потому что боялась, что будет контраст температуры. И вот так забыла его помыть, и он у меня очень сильно завонялся. От этого запаха избавиться нельзя. А цена у него, если честно, космическая. Я покупала по акции, сейчас этой акции нет и слишком дорого. Я купила вот такой капучинатор попробовать. Расскажу о нем чуточку позже. Взбиваю подогретое обязательно горячее молоко. От этого меняется вкус самого чая и заливаю чай кипятком. Я наливаю вот столько воды, но потом я все-таки добавила, немножко маловато воды налила. Взбиваю также капучинатором. Нельзя чай матча размешать чайной ложечкой, не получается. Он не растворяется до конца. В продаже есть специальные венчики, но у меня такого нет. Он вот таким капучинатором отлично взбивается. И вливаю взбитое молоко. Когда я взбивала в капучинаторе Nespresso, пена была гораздо более объемная, соответственно, занимала полностью кружку. А сейчас я добавила чуть больше воды. Чай получается невероятно вкусный и также он невероятно полезен. Вот такой капучинатор я купила по отзывам на Wildberries, но пока мы с ним не подружились. Он работает от батареек, очень мощный, стоит на подставке. Мне показалось, что это достаточно удобно, но он очень сильно разбрызгивает все, что я взбивала, и молоко взбить в крепкую пышную пену у меня не получилось. Возможно, я что-то не так делаю, но пока не могу рекомендовать вам его от себя на 100%, хотя отзывы были очень хорошие. Всем огромный-огромный привет! Добро пожаловать в новое видео, и его я хочу начать со своей находки. Это туника. Туника-рубашка, я не знаю. В общем, длинная рубашка на завязках от бренда Mango. Я заказала ее на сайте Wildberries, ссылку оставлю, кому интересно, возможно, на сайте тоже есть. У меня размер S, потому что XS, все было распродано, но и S села отлично, она настолько фантастическая. Это такая ткань мягкая, приятная на ощупь, то есть она не стромкая, а красивыми фалдами ложится. Ткань при этом в такой рубчик, то есть здесь и более плотный белый, и более тонкий белый, она полупрозрачная, не застегивается вот здесь. И здесь вот такие вот завязки. Длина до середины икры. Если вы искали что-то подобное очень долго, как я, то даю наводку на нереально классная туника. Не скажу, что это супер дешево, но цена вполне себе ничего. И я покупала эту тунику вообще с мыслями ходить на пляж, но ее также можно носить и в городе. То есть, если вы наденете джинсы, какой-то топ, а поверх эту тунику на завязке, то она скроет какие-то недостатки фигуры, какие-то нюансы, если их нужно скрыть, а также добавит нотку, ну, такого классного летнего образа. Я обожаю такие всякие образы, чтобы соломенная шляпка, что-то летящее, воздушное. И мне кажется, летом многослойность также это красиво, как и в другие времена года. Кстати, если вы в поисках соломенной шляпки, то в H&M есть прям большой ассортимент и очень классные цены. Я долго не могла определиться, выбирала из трех шляпок. В итоге выбрала с широченными полями. И все это, естественно, я собиралась купить, вернее, купила с мыслями об отпуске. Но как-то все так получилось. Я теперь не знаю, состоится ли он вообще. Дело в том, что мы... Так, нормально все. Дело в том, что мы собрались ехать в отпуск внезапно, уже практически забронировали тур, решили ехать достаточно большой компанией и все выбрали, собрались бронировать. И я понимаю, что из всех паспортов только мой просрочен, поэтому я очень быстро подала документы на то, чтобы мне заменили загранпаспорт
на новый, непросроченный. И в этот период закрыли границы, в том числе и ту страну, куда мы собирались полететь. То есть очень хорошо, что мы не забронировали этот отпуск, потому что тогда бы деньги зависли. Вряд ли, я думаю, их кто-то там возвращает, это целая проблема. А мы не успели забронировать тур, оказалось, что у меня просрочен паспорт. Ну и теперь у меня дальше так происходят события в жизни, что я вообще не знаю, а будет ли в этом году пляжный отдых, но я надеюсь, получится вырваться куда-то хотя бы, может быть, к бассейну. Очень на это надеюсь. Вообще жалко, что сейчас такие проблемы с передвижениями куда-либо. О том, чтобы поехать к родителям, я вообще уже молчу, потому что страна Венгрия не выдает визы вообще никакие. То есть это большая проблема, у меня нет визы, естественно, у меня нет гражданства. Наконец-то пришло лето, вокруг нас огромное количество фруктов, овощей, появилась молодая кукуруза. Такую вкусную кукурузу можно поймать и поесть только буквально недели 3, наверное, в год. Потом она становится уже жесткая, не такая сладкая. И это, наверное, не знаю, как по всей стране, но на юге это, наверное, обязательный какой-то период времени, когда готовишь борщ из молодых овощей, обязательно варится кукуруза. Я сварила целую кастрюлю кукурузы, и мы съели практически всю за один день, осталось всего лишь 2 штучки. Также я решила сделать заготовки на предстоящую будничную неделю. Это у нас было воскресенье, а видео я выкладываю в понедельник. Но одновременно я буду варить борщ, у меня уже там варится бульон, и пока варится бульон, я нарезаю молодую вкусную картошку, которая варится также очень быстро. И вкус молодой картошки – это нечто. Нарезаю ее кубиками и также буду шинковать капусту на борщ. Чтобы капуста не пропала, половина кочанчика у меня уйдет в борщ, а половину пошинкую в салат. Так как я буду делать заготовки, я еще параллельно чищу овощи. Я стараюсь делать так: сначала помыть, порезать все овощи, а потом уже приступать к мясу. Тогда можно одним ножом все резать и не переживать по этому поводу. То есть меньше посуды пачкается и мыть потом меньше. Сейчас я нарезаю кабачок кольцами для моего блюда в заморозку, но о нем расскажу чуть позже. Я нарезаю один кабачок колечками и выкладываю в форму для запекания. На дно постелила пергамент, потому что знаю, что при выпекании алюминий выделяет вредные вещества, и лучше, чтобы пища не соприкасалась с ним. А при заморозке алюминий этих веществ вроде бы как не выделяет, и замораживать в нем можно. Но я буду также выпекать в этой форме, просто предварительно застелила ее пергаментом. Теперь шинкую капусту. Как сказала, половина уйдет в борщ. Это, конечно, супер вкусно, молодая капуста, особенно борщ более вкусным становится на следующий день, когда она остается. И я специально не показываю вам, как готовлю его, потому что опять будут сумасшедшие споры на тему того, какой борщ самый вкусный. Мне кажется, что эти вопросы вообще не имеют места быть. Борщ — это народное блюдо, и у каждого свой рецепт, свои какие-то нюансы. Кто-то даже грибы кладет в борщ, и я уверена, что это также очень вкусно. Своей капусты я отправляю в салат, и этот салат я не заправила, потому что решила спросить мужа, как он хочет, со сметаной или с оливковым маслом, как угодно. Свежие вкусные овощи, огурчики с кожурой, сладкие, особенные, весенние, нарезаю их полукольцами, туда отправляю помидоры, в принципе,
это все можно добавить. Сыр халуми, какой-то мягкий сыр, например, моцарелла или страчителла, брынза, все что угодно. Такие весенние салаты – это огромный витаминный бум, польза. И я советую всем максимально перейти на овощи, пока они сезонные, и как-то уменьшить количество мяса, жирных блюд. Летом это точно не на пользу. Раньше, признаюсь, я обожала мясные майонезные салаты, а потом как-то получилось перестроиться, и я действительно стала любить овощные салаты. Продолжаю делать свою заготовку мясную. У меня это будет куриное филе с кабачками в сливочном соусе с грибами. Очень вкусное. Беру творожный сыр, выкладываю его в мисочку, добавляю любимые приправы. Я добавила приправу, смесь перцев с солью, с паприкой и также любисток. Хорошо перемешиваю и вливаю сливки. Сливки вливаете до тех пор, пока вас не устроит консистенция. Можно сделать ее погуще, я сделала чуть более жидкую консистенцию, потому что у меня сыра было маловато. Если было чуть побольше, то я бы сделала ее более густой. Нарезаю куриное филе вот такими кусочками. Можно, в принципе, вообще не нарезать, но мне кажется, так лучше есть, что ли. Делаю примерно одинаковые кусочки, но не маленькие. Добавляю немного оливкового масла кабачкам, сверху выкладываю курицу ровным слоем и посыпаю любимыми приправками. У меня это мельница, смесь перцев с паприкой и солью, по-моему, катани или камис, что-то из этого. Очень люблю такие мельнички, обычно в них вкусные ароматные приправы и гораздо более ароматные, чем если, допустим, это сразу уже измельченный перец. Ну, потому что если это перец, то он горошком, а он более ароматный. Сверху выкладываю шампиньоны. У меня это замороженные грибы. Дело в том, что на рынке по какой-то причине сегодня не оказалось грибов. Я их промыла, предварительно не размораживала. Не знаю, по какой причине, но я всегда промываю замороженные овощи. Выкладываю также их ровным слоем. Добавляю немного соли. Здесь, конечно, главное не пересолить, потому что, к сожалению, когда готовишь заготовки, попробовать не получается. И сверху заливаю своей творожной заливкой. Все, замечательное, очень вкусное блюдо получилось или получится в какой-то ближайший вечер, потому что его останется только разморозить и поставить в духовку, а также сверху выложить сыр. Но это по желанию, я буду выкладывать сыр пластинками или натертый на терке, но не сразу, а где-то доведу сначала свою курочку до полуготовности, чтобы сыр не пережарился, потому что свои заготовки я сразу ставлю в духовку, не размораживая, но в неразогретую духовку. А сейчас займусь маринадами для своей курицы. Буду готовить два маринада, они очень похожи, в одной миске по очереди, опять же, это экономия посуды. Как-то этим маринадом для куриных голеней я уже с вами делилась. Выдавливаю лимонный сок в мисочку и добавляю примерно столько же сахара, чтобы лимонного сока как бы не оставалось. Примерно столько же, сколько лимонного сока, и добавляю горчицу. У меня это мягкая горчица, я добавляю достаточно много. Вливаю соевый соус и растительное масло. Я взяла чесночное масло, сразу будет аромат чеснока. И, честно говоря, переборщила с количеством маринада, поэтому не стала давать курице помариноваться. То есть она не успеет впитать слишком много маринада в себя. Сразу отправила в морозилку. Когда будет размораживаться, как раз-таки в этот момент промаринуется. Просто отправляю в духовку. И тем временем делаю маринад для другого блюда. То есть это будет именно заготовка для курицы по-азиатски.
Будем готовить вместе с вами эту курицу по-азиатски в ближайших видео, поэтому вы увидите подробный рецепт. Но для того, чтобы не тратить время на подготовку мяса, проще разом все мясо помыть, хорошо обсушить полотенцами, замариновать, отправить в морозилку, и это очень сильно экономит время в течение будней недели, а мне это сейчас очень нужно. Пришел интеллектуальный беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки Тинека Flow One S3. Этот пылесос выиграл какую-то премию, по-моему, в Германии по дизайну, и явно не зря, потому что это очень красивый пылесос. Этот пылесос, как я уже сказала, интеллектуальный и на режиме авто. Датчиком автоматически сканирует пол, определяет степень загрязненности пола и уже адаптирует количество моющего средства и мощность всасывания. Зарядка началась. Пылесос, как вы поняли, говорит на русском языке. У него есть дисплей, на котором отображается очень много информации. Это индикатор самоочистки, индикатор засорения роликовой щетки, контур контроля пыли, который меняет цвет с синего на красный в зависимости от количества пыли. Отображается автоматический режим. Режим авто. Отображается информация о том, насколько засорен резервуар для грязной воды, полон он или засорен. Также указывает на то, пуст ли резервуар для чистой воды. Индикатор питания, здесь отображается индикатор Wi-Fi и индикатор уровня заряда аккумулятора. Наполняем резервуар для чистой воды и наливаем один колпачок моющего средства Тинека, который идет в комплекте. В последующем его, естественно, нужно докупать. Для того, чтобы включить режим авто, нужно нажать кнопку включения, держать ее одну секунду. Для того, чтобы перейти на ручной, скажем так, режим управления, нужно задержать кнопку на 3 секунды. При наклоне ручки на себя пылесос автоматически начинает работу после того, как вы включили кнопку питания. И также он автоматически отключается после того, как вы его вертикально припарковали. У этого пылесоса также есть кнопка самоочистки роликовой щетки, что очень удобно. И сейчас пробежимся по комплектации. Комплектация меня очень порадовала. Производители этого пылесоса не пожадничали и положили два сразу запасной сменный фильтр, который моющийся, в комплект. У меня в моем другом пылесосе один такой фильтр, запасного не положили. Также здесь есть запасная роликовая щетка, вторая. Их можно использовать по очереди, то есть как чередовать, так и просто пользоваться одной, а эту оставить на всякий случай. Также здесь предусмотрено, что в подставке, которая является одновременно зарядкой к этому пылесосу, есть вот такая вот подставочка, она съемная для фильтра, и также съемная подставочка для того, чтобы сушить и хранить вот такую роликовую щетку, а также вообще это то, что меня супер... Зарядка началась. Разговаривает. Также вот такой классный ёршик, очень удобный, вот мелочь, а приятно. С помощью этого ёршика можно чистить контейнер, но он, собственно говоря, для этого и поставляется. И самое приятное, здесь встроенная такая штучка, которая не потеряется. Вот такой крючочек, который позволяет собирать волосы с лезвием. Это очень крутая вещь. Почему? Потому что на щетке, особенно если у вас в доме живут люди с длинными волосами, а также животные, в каких-то моментах может вот так накручиваться, обязательно будет накручиваться шерсть или волосы, и их просто так не смоешь. Но если в доме у всех волос короткие, то такого не будет, или животных нет. И чтобы это убрать, то есть вы вот так вот поддеваете, и разрезаете вот эти волосы, потом снимаете, или шерсть. Я это делаю ножницами, и постоянно я ищу ножницы, у меня специально они выделены, я их вечно теряю. Для очистки вот такого плана пылесосов, это проблема не только моющих, а у всех, у кого есть вот такой ролик. Здесь же производители все продумали, и спасибо им за это большое. Время работы аккумулятора в режиме автоматической мощности составляет около 35 минут, а в режиме максимальной мощности время работы составляет около 25 минут. По моему опыту, этого заряда достаточно совершенно точно, чтобы убрать 40, возможно 50 и может быть даже 60 квадратных метров. И при этом вы экономите время, вы одновременно и пылесосите, и моете пол,
И полы после вот использования таких моющих пылесосов просто невероятно чистые, носочки остаются белыми. Единственное, что вот такого плана пылесосы, и этот в том числе, не заходят в какие-то там углы, под диван, под кровать. То есть их желательно не наклонять слишком, потому что может протекать вода. То есть это пылесосы для того, чтобы убирать вот такие открытые площади. Мне хватает. Я сейчас швабру уже не доставала очень долго, пользуюсь именно, рука тянется только к моющему пылесосу. А если мне куда-то нужно добраться, под диван или еще куда-то, я нахожу какие-то другие способы или беру другой пылесос и пылесошу там обычным сухим.